Город Санкт-Петербург. Возраст 28 лет, рост 180 сантиметров, вес 77 килограмм. Достижение. Чемпион Карелии по дзюдо и самбо. Чемпион Санкт-Петербурга по самбо и армейскому рукопашному бою. Участник турнира Fight Night Global 98. R-Time MMA. Битва за Рязань. И битва за Хайп 8. Победитель Parma Fight 7. Профессиональный рекорд в ММА. 4 боя, 1 победа, 3 поражения. Никита Прытко! Итак, у нас его соперником по графику идет уже 7-й поединок. 2 раунда по 5 минут. И, значит, представитель синего углу, представитель Санкт-Петербурга Никита Прытков, или Прытков, возраст 28 лет, рост 80 сантиметров, вес 77 килограмм. Жесткий, хороший вес, как мы видели по предыдущим боям. Достижение. Он чемпион Карелии по дзюдо и самбо. Это серьезная заявка на победу. Чемпион Санкт-Петербурга по самбо и армейскому рукопашному бою. Участник турнира Fight Night Global 98, Art MMA, битва за Рязань, битва за Хайп 8. Победитель Parma Fights 7. Профессиональный рекорд в ММА. 4 боя, 1 победа, 3 поражения. Однако в профессиональной сфере ему не так повезло. Значит, его оппонент в красном углу Денис Вертинов. Представитель города Великого Новгорода, возраст 23 года, рост 183 сантиметра, вес также 77 килограмм. Его достижение. Он является участником и призером региональных турниров по боевому самбо. Хорошая заявка. Сильное противостояние будет. Призер Санкт-Петербурга по боевому самбо, участник прогрессивного комбо самбо, кубок Павилина и профессиональный рекорд 1 бой и 1 поражение. Что ж, наши бойцы выходят для того, чтобы поправить свой профессиональный рекорд. Оба. Но противостояние их предполагается достаточно силовым и жестким, поскольку оба представители боевого самбо. Да, снова весовая категория 77 килограмм. Ребят серьезные, бьющие. Посмотрим, что из этого получится. Достаточно внушительный десант сегодня прибыл у нас из Новгорода. Интересно посмотреть на их школу. Представитель новгородской школы вчера сражался также в UFC, но потерпел поражение. Речь идет про Александра Яковлева. Я думаю, ребятам сегодня хочется, если можно так сказать, немножко реваншироваться за поражение своего земляка. Пока разведка. Никита! 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 Интересно, что Никита Прытков, оказывается, выступал и в битве за Хайп. Достаточно популярный сейчас проект. Посмотрим, чему научили его там. Никита, самбо, самбо! Дзюдо, блин! Борьба у сетки. Колено, колено, да. Что, простите? Попрошу джиу-джитсу джиу-джитсу побольше. Никита, то, что умеешь, давай, делай. Главное, чему тебя учили. Никита! 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 Такая идет плотная борьба, но
пытается поднять ногу. Давай, еще. Но без результата. Также в послужном списке Никиты указано, что он выступал на турнире Артем ММА в городе Рязань. Пользуясь случаем, передаю привет в Рязань ребятам, Артему Казбанову, Игорю Лакомову, если вдруг смотрят трансляцию, привет. Приезжайте, привозите ребят на наши турниры. Попытка. Нет, не получилось выйти в позицию. Пытался выйти на рычаг, нет, не вышел. Вот здесь можно выйти на рычаг колено, так, по-моему, такая же задумка и есть, но движение не точно, идет на рычаг колено и... Никита! Поднял рефери спортсмена в стойку. Две минуты еще спортсменам биться. Уже немножко темп понизился. Спортсмены экономят силы и правильно делают. Впереди еще 7 минут поединка. Формат боя 2 раунда по 5 минут, напоминаю. Руки правой, все. Ох, провалился у сетки. Да, тут даже в таком режиме одно заглядение. Перехватывает дыхание и трудно говорить, хочется смотреть. Да, коллега? Бой получается немножко сейчас. Спортсмены взяли паузу. Немножко на эпизоды разбилось противостояние. Каждый пытается подстроиться, найти свой ритм, свою дистанцию. Здесь перевод и, значит, что мы видим? Рассечение на голове у одного из спортсменов. Сейчас не определить, кто это конкретно, потому что мы сидим далеко и не видно. Да, по всей видимости, столкнулись головами. Это часто случается, к сожалению, но... Не было бы остановки врачом, потому что будет очень обидно, если врач снимет. Вот сейчас, скорее всего, я так полагаю, будет вызван врач в клетку, потому что рассечение сильное. Да. Но пока что судья дает продолжать работать. 10 секунд осталось до конца раунда. Головушку забрать! Завершен первый раунд. Сложно отдать преимущество кому-то из спортсменов. Судьям предстоит нелегкая работа. Угловым. Также нужно привести спортсменов в порядок за эту минуту. Та компания, которая организует под ключ спортивные и образовательные мероприятия, а также выездные кемпы и сборы. Ну что ж, мы ждем активных действий, в первую очередь от Никиты Прыткова. У него уже все-таки 4 боя, это 5-й бой профессионалов. Достаточно серьезный опыт. Участник турнира Fight Nights Global. Хотелось бы увидеть действительно зрелищные приемы. Поскольку, коллега, они представители одной школы, одной дисциплины, они очень хорошо увидят друг друга, начало, так, конец, поэтому они очень
уверенно начинают работать, чтобы просто не ошибиться. Это часто бывает, когда спортсмены одного стиля. Проходная сетка помешала привести его до конца. И все равно мы видим, что есть перевод, но без контроля. Идут добивания, достаточно увесистые блоки. Нам даже отсюда слышно. Представитель синего угла забирает этот эпизод, начинает добивать. Да, достаточно плотный был эпизод. Но защищался хорошо Денис Вертинов. И что мы видим? Короткая пауза. Я думаю, вероятнее всего рефери их поднимет в стойку. Да, всплеск активности в начале второго раунда. И снова спортсмены берут передышку. Идет борьба за улучшение позиции, но... Да, была попытка выйти на болевой прием на ногу. Но возможность была упущена. Скорее всего, была не задумка даже, а просто стечение обстоятельств. Нога оказалась под рукой, но не оказалось бы... Сложно сказать, ребята самбисты. Я думаю, что эти позиции положением знакомы. Рефери поднимает спортсменов в стойку, и правильно. Все мы хотим досрочного завершения поединка. Болельщики подгоняют Никиту вперед. Ну, видно, как спортсмен из Санкт-Петербурга профессионально просел, но теперь он вывозит, будет вывозить, как говорится, на характере. Мы видим, картина не меняется, в принципе. Да, много сил потратили спортсмены. Уже их достаточно мало остается даже для нанесения акцентированных ударов. Не досмотрел рефери удушающий прием, спортсмен заснул. Часто такое происходит. Повторилась вчерашняя история долгожданного поединка. Вертинов. Поединка Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гейджи, где представитель Соединенных Штатов также не успел сдаться и потерял сознание от удушающего воздействия. Ну что ж, седьмой поединок и снова досрочное завершение. Действительно, название турнира оправдывает себя. Апокалипсис. Все происходит. Да, аплодисменты спортсмену. Смогли врачи привести его в чувство. Новгородец Денис Вертинов!
Представитель Великого Новгорода одерживает победу удушающим приемом. Закрывает свое поражение. Сегодня это уже не первый случай. Разочарованы немного болельщики Никиты Прыткова. Но это спорт. Здесь случается...